Так хотел выиграть это вбрасывание. Дальше Бардаков побежал с Поляковым. Это выход 2 в 1. Узка. Пауза. Бросок Бардакова и гол! 2-1. СКА выходит вперед. Вторую шайбу уже сегодня забивая в неравных составах. Но есть нюанс. Здорово сориентировались. Здорово сориентировались со вбрасыванием в зоне атаки. И не хватило одного защитника на синей линии. Магнитогорскому «Металлургу» отборолись, забрали шайбу под свой контроль. И так вот, опять же, на хорошей скорости, не давая возможности сопернику догнать себя, двигались на ворота Бардаков и Поляков.